Хай, с вами Айра, и сегодня у нас будет чисто разговорный ролик. Сегодня я хочу рассказать свои мысли по поводу Cardealership Tycoon. Что я бы хотел бы добавить, если был бы разработчиком этой игры? Что бы я изменил? Какие бы новые машины бы добавил? Я бы в Cardealership Tycoon добавил бы машину, начнем с машины, Vision 6 за 50 миллионов. Типа была бы редкая машина, которая была бы уникальная. Не, вы не подумайте, то что у меня сейчас 60, почти 2 миллиона. И для меня выгодно. Но просто, чтобы была такая эксклюзивная машина, эксклюзивный Мерседес, который разгоняться будет примерно до 400, примерно. Ну, хуже Бугатти Полит. Ну, лучше Тодары. Было бы, не знаю. Я бы в игру бы добавил машину. Ну, вообще, много машин есть. К примеру, несколько Бугатти. Не могу точно назвать Бугатти, которые я бы хотел бы добавить. Но просто побольше Бугатти. Вот, к примеру, этот пас бы изменили с кёнигсиками. Просто тут одни кёнигсики. Как-то не знаю. Я бы еще бы добавил бы сюда вот к этим кёнигсикам, к примеру, вот здесь бы стоял. Ну, лучше вот этой Хэнси. Не знаю, какой-нибудь Бугатти. Чтобы разукрасить этот пас. И реально стоил бы 800 робоксов. Ладно, перейдем к новым обновлениям, которые я бы хотел бы добавить в саму игру. Во-первых, я бы хотел бы изменить карту. Типа все оставить. Только немножко ее видоизменить. Она слишком как-то недоработанная, что ли. Ну просто, ну вот, посмотрите сами. Это вот эти вот. Это камень? По-моему, это нифига не камень. Это огромный кусок чего-то. Просто стоит в пустыне. Хотел бы... К примеру, я бы хотел бы, знаете что? Вот у нас же здесь есть вот пустое пространство. Вот прям здесь. И чтоб здесь я построил бы дорогу. И там бы вдаль, чтоб мы могли тестить машины, которые они... Ну здесь ты, я не знаю, как здесь разогнаться, это максимальная скорость, к примеру, на Бугатти Полит. Она разгоняется до 482 км в час. Ну или на том же самом Кёнигсике этому, Абсолют. 498. До максималки, ну, ты можешь, наверное, разогнаться в каких-то участках дороги. Но прям ехать на такой скорости не всегда получается. Еще бы, я бы хотел бы... сделать... траву в игре. Немножко приукрасить этот мир. Сделал бы знаки дорожные. Там пешеходные переходы. А, ну вроде бы у нас... У нас же есть пешеходные переходы. Что-то я подзабыл. Ну вот здесь, чтобы... Ну, здесь пустыня, конечно. Чтобы трава реалистичная была. Горы тоже реалистичные. Конечно, это очень бы нагружало бы, ну, компьютер или... телефон. Но я думаю, эта игра достойна, ну, типа, таких обновлений. Вот здесь вот, чтобы трава была. Побольше деревьев. Еще побольше домов. Сейчас мы еще поговорим о домах. О домах. Еще бы я бы сделал бы... К примеру, рабочие заправки. Вот.
Здесь типа есть ценник на бензин, а заправиться-то не, мы не можем. Неправильно встал. А, ладно, правильно, хорошо. Вот здесь, чтобы мы могли вставать, брать шланг и заправляться. И платить 5 долларов. За 100 километров вот этих 5 долларов. Было бы намного реалистичнее. Вот, смотри. Фастфуд. Сделали бы реально фастфуд. Было бы прикольно. Вот эту карту бы изменили. К примеру, еще... А, вот, да. Пешеходные переходы есть. Это они продумали. Хорошо. Сделал бы... ну, не озеро, вот такое... Ну, такое маленькое. Ну, новый город бы. Новый город бы я сделал. Вот эту длинную трассу именно в новый город. Там бы продавались бы дома. Они были бы дороже, чем здесь. Они бы стоили, ну, стартовый дом оттуда 10 миллионов. Либо что ты покупаешь дом за 10 миллионов, либо же там. Но там только начальный, а тут максимальный. Вот это бы я тоже бы добавил в тот новый город. Я бы еще бы добавил реалистичный пляж. Как я сказал, большая река. Я бы добавил бы не только машины, а еще, к примеру, самолеты, корабли. Было бы прикольно. Ну, конечно, это Тайкон. Дилершип Тайкон, это... Я хочу перерасти, блин, как будто в реальную жизнь. Ну, не знаю, ну это Тайкон какой-то плоский, что ли, недоработанный. Дома. Мы могли бы покупать бы дома красивые. К примеру, вот здесь вот они уже сделали. А, или это... Они убрали? Эх. Так когда был ивент с этими подарками, здесь же были двери. Типа, вот где самая высотка? Вон, тем. Вот, белая высотка. Вот здесь такой заходишь. И здесь у тебя, к примеру, офис можно было купить бы за 20 миллионов. Вот это было бы прикольно. Квартиры. Они были бы дешевле домов, там стартовая квартира 50 тысяч. Я думаю, неплохо. Самая дорогая, я думаю, 10 миллионов. Как в Москва-Сити. Было бы тоже неплохо. Что еще? Нет, это еще не все. Не все. Я бы еще бы... Вот, поехали в горы. В горы, в горы. Так. Вот эту трассу бы видоизменил. Типа побольше трасс бы сделал. А то эта трасса, это как-то, не знаю, не кожа. Туннель бы переделал немножко, потому что он какой-то пустой всегда. Не знаю, просто мне не нравятся там повороты одни. И сделал бы таблички. Таблички в этом тоннеле, посерединке где-то. Что в ту сторону город, а в ту сторону этот. Потому что когда тебя разворачивают, ты не понимаешь, куда ехать. Если ты в одну сторону ехал, к примеру, я всегда езжу вот так вот. Ну, из пустыни в город. То это было бы мне хорошая такая... Не поддержка, а помощник. Мой помощник. Дальше. Ну вот, тут горы бы, листву бы добавил, не знаю. А, там всякие заросли, не знаю, кустик тут бы поставил. Вот было бы прикольно. Дальше. Не знаю, просто тут пустой гараж. Просто пустой гараж. Его оставили. Возможно, в скорых обновлениях там, возможно, будут добавлять новые ивенты. Здесь будем собирать... И вот, смотри, согласись, скучно, посмотри. Ну вот так, и почему мы через дорогу, через проезжую часть? Ну хотя бы здесь бы сделали
ну, не сплошь, но вот как здесь реализовано. Вот здесь, когда ты выезжаешь, вот, у тебя вот тут проезд и тут проезд. А тут почему бы не сделать? Вот так вот. Опа, 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 все. И еще, ну, не знаю, бортики. Более, ну, что ли, не квадратные. Конечно, я сейчас говорю, как будто это не Roblox, а как будто какая-то отдельная игра. Он скажет, что ты хотел от игры в Roblox? Просто вот смотри, камни. Просто здесь выкатя не на оффроудовских тачках, а на этом, ну, на машинах. И вот когда бы я добавил вот эти, кстати, о воде, добавил лодки, то мы бы тонули бы. Ну просто, ну что это? Ну это просто как слой чего-то, пленки какой-то. Это не вода, это пленка. Здесь еще смотри, через текстуры проходит. Тоже недоработка. Просто спокойно занесенная машина здесь проезжает. Как оффроудская. И сделал бы большой оффроуд. Вот здесь можно еще было бы доработать. Вот эти две деревяшки. Не знаю, всех, конечно, они бесят. Потому что надо аккуратно их проезжать, а то вот это что получится. Вот, сейчас, сейчас. Во, все. А, подожди. Стоп, подожди. Во, все. Все, перевернулись. То самое. И выезжаем. Ну, конечно, это плюс этого. Его тоннель. Не знаю, фонарик бы поставили, к примеру. Ну, тоннель какой-то не такой. Вот эти деревяшки. Ну, они хотя бы какое-то сопротивление для машины дают. Давай ради прикола посмотрим. А, не-не-не-не-не-не-не, это уже другой ролик будет, посвященный этим, проверка мифов. Ладно, поехали, посмотрим. Вот, еще. Вот, смотрите. Та-дам! Это что? Разработчики. Здесь хотя бы парковку как там сделали бы. Ну что это? Это обочина? Я бы еще бы ну, добавил бы грузовики. Грузовики, да. К примеру, самый дорогой грузовик примерно бы здесь бы стоял вместе с Кёнигсеком и Кёнигсек Регерой. Ну, типа за 2 миллиона там грузовик. Ну, либо же за 10 даже вот сюда. Грузовик за 10 лямов. Ну, ладно. Это пропустим. Дальше. Ну вот, ну просто пустые горы. Они некрасивые. Мне просто очень нравится. И, кстати, тот домик Санта-Клауса будет так... О! Кто это у нас уехал? А можно сесть, интересно? Нет, нельзя. Жалко. Саню увез. Костер стал гореть. Сам ушел. Подарки забрал. Но зато мы получили вот такие вот прекрасные машины. Как вообще нифига не прекрасные. Потому что я очень закачился в третьем ивенте. Вот. Пагани Хуайрера. Мы ее получили за 1 400 000. Это я мы прошли вот этот весь ивент, и мы получили ее. Дальше у нас пошло вот это. Феррари 488 просто. Да не знаю, но Феррари за 500 тысяч мы собирали подарки, 100 подарков. В разработчике машина за 500 тысяч. Мы собирали, блин, 100 подарков ради машины за 500 тысяч. Я думаю, блин, я уже легче бы купил бы эту машину за 500 тысяч. Я уже был готов покупать эту машину за 500 тысяч. Дальше у нас. Опа. Поршик. RT4 RS. Вот это достойно. Я думаю, даже по внешке она лучше, чем вот это. Вот этот Феррари F
488 просто. И самую первую машину в первом ивенте мы получили Фотона. Вот этот. GNS Гуэли. Гуэли. Прикольная машина. Так. Что-то мы отвлеклись как-то. Так, мы там ничего интересного. Вот он, этот момент. Конечно, прикольно, что типа сделали вот, смотри, разломленный этот. Типа кто-то врезался и можно вылететь. Ну тоже, не знаю. Ну а, кстати, вот здесь... Это не пристань. Вот было бы круто лодку попоставить, к примеру. Там здесь покупка лодок было бы. Мы еще скоро перейдем. Водопад. Ну, к водопаду и к водопаду я не притронусь, потому что мне самому нравится этот водопад. Он красиво выглядит. Но только откуда он течет? Из камня? Из камня? Ну, хотя бы дыру бы какую-нибудь сделали и темноту там. Мы не могли бы пройти. Ну, просто из камня льется вода, ну, не знаю. И вот, смотри. Текстурки врезаются. Текстурки врезаются. Вот здесь. И вот такая синяя вода, по которой мы можем ходить. Прикольно было бы, если мы бы плавали. И вот, смотри, камни. Это камни? Это не камни, это прозрачное что-то. И еще. Тут вообще, если бы камни реально бы стояли, через камни бы не текла вода. Вот здесь бы что текла вода. Вот тут бы. И вообще по-хорошему здесь бы вообще не тек этот огромный водопад. И, кстати, почему вот это место оставили? Типа теплый водопад, и он нагревает здесь, и льда здесь нету. Как-то странно. Ладно, что-то критика пошла уже к разработчикам. Дальше. Что бы я хотел еще? Вот здесь, кстати. Это миф или не миф? Не, это не миф. Когда мы могли разгоняться, когда еще это было третье обновление, ну, до вот этого, когда добавили эту гонку, можно было вот так вот разогнаться, залететь типа на трамплине и здесь быть. А потом на машине заспаунить ее вот сюда, ну, сделать типа себе мостик и перепрыгнуть сюда. Вот здесь именно мы снимали с Джон Коброй ролик про Феррари одну, которая стоит немалых денег. Ну ладно, это опустим. Дальше. Бизнесы. Вот что я хотел. Бизнесы. Бизнесы, я бы хотел бы добавить. Пример, вот. Дешевый бизнес. Вот ларек, где типа стоял чел. И типа тут ходили люди. Типа этот бизнес бы стоил миллион. Ну, а что вы хотели от бизнеса? Бизнес вот этот бы стоил бы, я думаю, миллион. Я бы поставила бы такую ценник для этого бизнеса за миллион долларов. Ну и здесь тоже. Вот два бизнеса. Два бизнеса. Насчет... Я думаю, только два бизнеса мог поставить один человек. То есть два человека мог поставить вот здесь и здесь, и все. Типа тут два ларька только. Чтобы каждый видел, то что это... Вот. Здесь бы написано было бы бизнес. Там, например, Iron, ниже подчеркиваем, 800. Там... Ну, другой человек. Дальше я бы построила бы где-нибудь там. Что-то да там. Вот здесь. Вот прям здесь.
Ой. Так. Вот здесь бы я построил бы бизнес. Например, магазин одежды, там что-нибудь еще. Вот здесь бы можно было бы заправку купить за 3 миллиона. Я бы поставил бы за 3 миллиона. А. Ну, в секунду бы приносило бы, ну, по 5 долларов, но все равно. Это тоже деньги. За час примерно сколько миллион? Возможно, даже миллион заработаешь. Ну, в час миллион. Не, я бы добавил бы ценник больше. Здесь бы тоже бизнес. Ну, что-то я не знаю, сколько уже видео идет. Ладно. Сейчас последнее скажу. Вот, бизнесы. Новый город. Новые возможности в этой игре. И не знаю, я бы построил бы нормальную парковку. Ну, что это? Что это? Типа, можно было из своего дома, вот, к примеру, этого, спаунить машину, и она бы здесь бы на парковке бы стояла. И там аренда была бы этой машины. Прикольно было бы. Типа, на каждом этаже, чем выше, тем лучше. Ну ладно, не аренда, это уже, блин, не Кардиджи Тайка, надо уже, блин, Мэтт-Сити. Вот здесь зачем, ну это? Ну, конечно, ты можешь перелетать, прикольно, но не знаю, насколько это прикольно для игроков. И еще. Вот это Бугатти. Ладно. В принципе, можем ролик заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а с вами был Iron Run. И всем пока!